Дном, когда все мысли только о нем, когда он и есть большой футбол. Выиграй битву звонков и попади в прямой эфир «Авроры». Сделай свой прогноз на матч. И если твой прогноз окажется верным, то 10 тысяч драм твои. Официальный букмекер большого футбола «Тото Гейминг». Сделай ставку, сыграй на победу. Большой футбол на радио «Аврора». Հանրահայտ բրենդների օրիգինալ ակնոցներով և օպտիկական շրջանակներով գրավեք շրջապատի ուշադրությունը։ Lumier Optica-ի մասնագիտացված սրահների ցանցում օգոստոսին 1-ից 31-ը կգործի 10-ից 30% զեղչ համաշխարային Ray-Ban, Chopard, Tom Ford, Armani, Vogue, Persol, Prada, Dolce & Gabbana և մի շարք այլ բրենդների նոր մոդելների վրա։ Բաց մի թողեք ակնոցների ամառային նոր տեսականին Lumier սրահներում։ Доброе утро, Ереван! Доброе утро, Арцах и в целом вся Армения! На «Авроре» утро начинается, наверное, с самой активной авроровской игры. С большого футбола, поэтому звоните по номеру телефона 091-76-1007, составляйте свои правильные прогнозы, получайте выигрыш 10 тысяч драм. Ну а партнером «Авроры» в большом футболе является... Кто? Тото Гейминг, букмекер Акан Казмакер Путин, Ев Тото Эксперт Кайка. Тото Эксперт Кайка Мутгорцелев, дук карохек теснель таратесак канхатесумнеш, капват шат хагари хет, ев воч мейн футболайн, айл наев айл спортайн ирадурисюнери хет капват здранец, это карохек матнель Тото Гейминг, айн тег артен катарель хагадарюк, ев хахтель калорик гумар. Всем все понятно. Ну, а я еще раз повторю номер телефона 091-76-1007. Друзья, причем даже если вы не являетесь активным игроком футбола, все равно деньги никому не помешают. Ну, не забывайте, чек серим футбол, который из Ангарель. Футбол и массин мэнк айтканель шатченк хоса. Особенно я. Искминацат жамана, как дука патмэк дзэр массин, мэнк патмэк мэр массин, катэснэнк овинчовэ сбагвок. Кстати, с утра пораньше забыли совсем о хороших манерах. С вами Марина Геворкян и Артем. Просто Артём. Просто Артём. Люсю мы отправили в открытый космос, пусть себе там отдыхает, покоряет вершины. Так что, друзья, большой футбол с вами будем вести мы. Звоните смело, да. Манаван, если теснэнк, вор космос тарнелю хамарен, там ине 32 миллион доллар петк. Ты думаешь, она накопила на это? Если аж вярнэнк, вор нэрмары вра хангиз 222 миллион поген цахсум, а пальбусяне шат наравор, айт кан гумару нэ науки на космос. Да, кстати, это одна из наших сегодняшних новостей. Неймар у нас оказался самым-самым дорогим. Айо, амена танк футболист не ашхарум. Я мистуме нунис камена танк март не ашхарум инка хима. Он должен беречь себя. Айо. Шарфик повязать. Ира амен болеть. Ира амен ми килограмм арже 3 миллион доллар. Это дороже даже, чем это мясо австралийское этой коровы. Ну, это не, на самом деле не последняя наша новость. Сегодня увидела Златана Ибрагимовича совсем в оттюнингованном виде. Капелей Рамазерев Дарцелейс, как он Тарзан. Нет, он похож на Джигурду. И еще раз повторю номер телефона 091-76-1007. Зроина Сунмек, Йотана Сунвец, Таса Зройот. А за всем нашим этим вот движением можно следить на нашем сайте www.radioaurora.im, где все прекрасно видно, слышно, много новостей и прочее, прочее. Ев, баци дранис дуг мес карогек теснель, наев ете BTV унек, кам CTV, кам ете Ростелекоми, хетек хамагортаксум, ев тана зэсмот Ростелекоми. А, кстати, у нас сейчас на одном из мониторов был виден Златан Ибрагимович с новой прической, где он Златан-Джигурда, где его Марина Анисина, или как ее там зовут, не помню. В общем, перейдем к другой прическе. Ой, другой. Почему-то я сейчас вспомнила Зидана и попыталась представить. У него отсутствует прическа, у него нету прически. Вот ему, кстати, бы пошел олдскул такой кучерявый. Да. Как у Филейни микрофончик. И если один день так вот кудрявый ходил бы, а Миоре Фенанер. Угад с ним мазречи, что она чай дур сгатывает. Мне кажется, Бекхаму бы понравилось. В общем, что еще мы для вас нарыли? Карухен, кто-то эксперт Кайк Мутгорцель Хима, Миждар Спасумек Занги, и автоснэн кинча хорур талиц, мы зайсер то-то эксперта. Только давай еще раз номер телефона. Айо, зрой насун мэк, йота насун вэт, таса зрой йот. Да, 091-76-1007. Welcome. И что?
что мы там обсуждаем? Тото эксперта Айсорва Гамара разнацрели երկու խաղ. Арачина мез мод русакан премьер лигаи хандипум е Анжи Ростов. Тото эксперта мтацуме вор айс խաղում կհաղթեն հյուրերը չհաշված ոչ ոքին եւ գործակիցն է 1 եւ 82. Երկրորդ խաղը դա մեզ մոտ Ֆրանսիայի առաջնությունն է, առաջին турն է, այնտեղ արդեն սկսվում այսօր եւ այստեղ առանձնացրել են Մոնակո Թուլուս հանդիպումը։ Այս խաղի համար կանխատեսում են, որ հյուրերը կկարողանան գոլ խփել, գործակիցն է 1 եւ 82։ Угу. Вот, кстати, на российский матч меня всегда интересовало, есть такие ставки там, подерутся фанаты или нет? Չէ, ռուսական խաղերի համար չեն դնում, որովհետև հասկանալ է, որ համենայն միևնույն է կկրվեն։ Իհարկե, տրիվալ լինելու ընդ։ Так, а у нас есть еще одна новость, ты забыл совсем, про Walt Disney. Այո, Walt Disney-ի նախկին տերը գնել է անգլիական Portsmouth ակումբը եւ ծախսել է դրա համար ընդամենը 8 միլիոն դոլար։ Но он теперь очень переживает, потому что это очень ответственно, и он как бы уже так как в возрасте, вся семья будет вот следить за всей командой, так что, дорогие фанаты Портсмута, не переживайте, команда будет под присмотром. 75 տարեկան է ինքը եւ կարելի ասել թորնիկներին նվեր է կատարել, հիմա թորնիկները եկել ասել են Papi, футбол ենք ուզում խաղանք, Ինքն է ասաց, եկեք ես ձեզ ակում բառնեմ, ինչքան ուզում եք խաղացեք. Вот сейчас мы тогда поиграем в это, в большой футбол, потому что у нас уже есть звонок, и давай познакомимся и поздороваемся с нашим слушателем. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Хрант. Хрант? Алло. Хрант, где мы вас застали? На дороге. Из кого погоди вы раек, док Хрант? Բանգլադեշ, երկու թողամաս։ Իսկ վիճակը ո՞նց է ձեզ մոտ փողոցների վրա, կարող է խցանման մեջ եք։ Լավ է, նոր Անցախը ցանումի։ Ой, շատ լավ է։ Շատ լավ է։ А что вас занесло в Бангладеш? Вы там работаете или что вы там делаете? Или, может быть, едете только на работу? Ну, машинки. А что-то вы как-то поздно. Իսկ այո, որտեղ եք աշխատում, որ տենց ուշ կարող եք գնալ գործի։ Մենեջերն, խաղացնում։ И во сколько у вас рабочий день начинается? В 11? 9. В 9? Да. Уже 10:45. Ну, это так, для информации. Грант, а скажите, пожалуйста, у вас есть семья? Да. А вот если бы у вас была возможность, и ваши вот дети там пришли бы и сказали, пап, мят футбол и тимор, ворокарник, хайкаканнериц. Ես ֆուտբոլից հեռու եմ ես։ Դե ոչինչ։ Այդպես էլ է պատահում։ Ընդհանրապես չեք դիտում թե տենց շատ հազվադեպ։ Ես չում Մխիթարյանի խաղերը։ А, да, это нормально, это хайкакан традиция, я Мы сегодня как раз обсуждаем одну и, ну, Айо, эту Галик игру. Мхитаряни хандипум нэнк хэнц кыннаркелу, Реал Мадрид, Манчестер Юнайтед хандипум нэнк кыннаркелу. Что-то они часто встречаться стали, мне это уже не нравится. Ерку шапат арачели хандипелэйн, байц айс анкам сартен линэлу и официал хандипум, Европай супер гаватне. Реала хандесе галу ворпэс чемпионнери лигаи хахтох, иск Юнайтеда ворпэс Европа лигаи хахтох. Խաղը մեզ մոտ տեղի կունենա ամսի 8-ին, 22:45, և դուք պետք է գուշակեք, թե ինչպես այս խաղը կավարտվի, բայց դրանից առաջ մենք ձեզ կարող ենք գործակիցները որպես հուշում Toto Gaming-ից ասել, և դրանից հետո դուք արդեն ձեր որոշումը կկայացնեք։ Տեսեք, գործակիցները իրենք շատ արագորեն փոխվում են, եթե մի 10 րոպե առաջ մտնեինք Toto Gaming, կտեսնեինք, որ Manchester United-ի հաղթանակի գործակիցը իջել է, հիմա այն կազմում է ուղիղ 4, Real Madrid-ի հաղթանակը 1-91 եւ ոչ ոքին 3-6, այսինքն Toto Gaming-ը բացահայտ ֆավորիտ է համարում Real Madrid-ին։ Իսկ դուք? Ես Manchester United-ին։ Այդ շատ ճիշտ որոշում է։ Ունիչկա, հրա։ Մենք այստեղ սրանով ничего ֆուտբոլի չի ունենում։ Չէ, ինչի՞։ Manchester United-ը իմ կարծիքով էլ United-ը ավելի շատ շանսեր ունի։ Я пошутил, Грант, не обижайтесь на меня. Я тоже буду болеть за Манчестер Юнайтед, просто потому что он там больше симпатичных мне игроков. И потом они в красном играют. И потом это. Они красные, да. Их лучше видно на поле. Грант, вы знаете, что если Манчестер Юнайтед действительно выиграет 8 числа, вам достанется от Авроры и от Toto Gaming 10 000 драм. Представляете? Потом можете поставить и спрогнозировать какой-нибудь другой матч, и так пойдет, а потом, может, клуб какой-нибудь купите и разбогатеете. Ев баци дранис дугнаев кастанак тото эксперти норам сагиря.
О, это очень важно, там, наверное, много полезной информации. Айо, айо, шат информация ка, бэев баци дранит плакат ка еркухат, Реал Мадриди ев тоти. Начнете шарить в футболе прям как, ну, не хочу сказать я, но как Тёма точно. Рианд. Да. Ну, вы уже улыбаетесь, меня это уже радует, потому что вы позвонили совсем другим человеку. 5 минут с нами меняют людей. Все, спасибо вам большое за дозвон, спасибо, что составили нам компанию утром. Вам хорошего дня, езжайте аккуратней, смотрите там. Եվ ձեզ եւ բոլոր մնացած վարորդներին մեկ ինֆորմացիա ունենք խցանումների հետ կապված։ Մեզ մոտ մի փոքր խցանված է Երևանյան լճից դեպի հաղթանակի կամուրջ, դեպի ամերիկյան դեսպանատուն ճանապարհը։ Ուղղակի մեքենաներն են շատ եւ դրա պատճառով այնտեղ մի փոքր դժվար է անցնել այս պահին։ Ну, радует, что у нас уже движение, никто не спит, никто не проспал. Всё, это были Марина Геворкян, Артём. В следующий раз я выучу его фамилию. И, конечно же, с вами были Аврора и Тото Гейминг. Всем хорошего дня и до встречи, пока. Слушай и смотри большой футбол на радио Аврора. Хатука Рачарк, Вивасел МТС.